как выяснилось, в Питере солнечных день больше, чем в Москве. Что, если угодно, да, такой морской балтийский климат, там, форты Кронштадта, там все очень экзотично. Вот, и на Большой Морской Союз художников, значит, с 1 по 7 июля, значит, приглашаем вас туда, чтобы вы, как говорится, вдохнули морского воздуха и приобщились, можно сказать, к балтийской северной культуре. Она имеет некоторые отличия, более такая строгая, менее разнузданная, чем вот у нас здесь барокко такое московское. Так что, возможно, этот выставочный павильон не самый, как говорится, большой нас ждет и манеж, хотелось бы видеть. То есть вот, те программы Артвик, которые активно, значит, по всему миру, можно сказать, развиваются. Ну и, я думаю, большое будущее. Вот только что Федор сказал, кто не знает, 360 участников пленэра. Было вот такое, значит, число. Это все говорит о масштабах и росте неуклонно. Ну, повторюсь, все работы, то, что вот отмечал на открытии, пронизаны теплом, искренностью. То есть люди честно пытаются отразить свою степень профессионализма. Масштаб выставки позволяет как бы всех принять. И, конечно, лауреаты и те награждения, которые будут сейчас иметь место, отмечают там наиболее выдающихся. Но хорошо, что площадки Артвик дают возможность вот так очень демократично принять участие очень большому количеству человек. Это вот беспрецедентно в известном смысле, чтобы так доступно искусство можно было проявить себя и выставить. Ну, маленькая такая нескромная просьба. У меня, наверное, состоится мастер-класс через полчасика. Я попытаюсь какие-то проблемы современного искусства показать. История отечественного шестидесятников, нонконформизма. Будут раскрываться вопросы. Так что милости просим, кто-то дождется. Через какое-то время мы с вами поработаем. Спасибо за внимание, жду. И удачи Артвику. Спасибо, спасибо. Ну, вот что касается пленэра, да, действительно, это было 358, по-моему, человек. Значит, ну, это первый шар пробный, но уже как бы получается не совсем он и пробный, потому что в России никто не задавался целью и никто не ставил задачи собрать большое количество планеристов. Мы это сделали первое, поэтому можно сказать, что, в общем-то, рекорд России состоялся. Конечно, это не рекорд мира, безусловно. Мы будем двигаться дальше. В Санкт-Петербурге с 1 по 7 июля будем также делать большие пленэры, но там в Санкт-Петербурге, если кто желает, то приезжайте. Затем осенью, весной будем все время эту программу развивать, для того, чтобы когда-нибудь через год, через два все как бы совпадет. И погода будет замечательная, и настроение будет хорошее, и Путина переизберут, что называется. Вот, поэтому, то есть, эту мы программу не останавливаем. Значит, ну и я с большим удовольствием хотел бы предоставить слово еще одному нашему члену экспертного совета. Человек, который задался целью восстановить Ассоциацию искусств народов мира, и я подозреваю, что это ему удалось. Встречаем Леонид Александрович Феодоров, заслуженный художник России. Леонид Александрович. Понятно. Тогда, может быть, немножко попозже. Тогда я думаю, что пора начинать выдавать дипломы. А через некоторое время Леонид Александрович подойдет и скажет свои слова. Да?